Микс, ну ты как всегда, молодец. Теперь вывел команду свою на Олимпиаду и приехал в Подольск. Готов к старту? Да, конечно, конечно, готов. А еще сколько там, пару дней осталось нам. Так что потренируемся еще хорошо, так и надеемся, что будет хороший старт. Тяжелый был вот этот турнир предолимпийский? Ну, третья игра была трудная, да, и вторая, которая была подряд, втором днем с этим, не знаю. С Венгрией? Да, с Венгрией, я не знаю, как по-русски будет. Да, с ним тоже как бы нелегко было в первых двух периодах. Вообще там 1-0 только ввели, у них хороший момент, пара была, но сломали их в конце концов, так что турнир хороший был. Травма от кого? Венгрии. Они мне чуть-чуть там шлема попало, так что все нормально. С кем будешь играть, знаешь? Здесь у нас тройка твоя будет в том же составе, как думаешь? Ну, а ты это не знаешь. Но я надеюсь, что да. Как бы, если нет, тогда ну буду играть с другими, но как бы любые партнеры хорошие, так что будем играть. Впервые с Торпедо. Надо взять. Спасибо.